Заканчивай читать свои комиксы и давай, найди мне дело, Хейс. Милдред или Анджела? Никакого дела Милдред, Хейс, нет. У нас две официальные жалобы насчет билбордов, так что если... От кого? От дамы с косым глазом и жирного дантиста. Дама с косым, мать ее, глазом. Ты это серьезно? Играешь с городским лилипутом? Он прав, Ред. Ты играешь в пул с городским лилипутом. Но он ведь коп, он наблюдательный. Никогда ты мне не нравился, даже когда был сопляком. Очень жаль, ты мне всегда был симпатичен. И что за имя? Ред Уэлби. Даже оно раздражает. А знаешь, что с педиками делают на кухне? О, вот это поворот! Нет, и что же делают с педиками на Кубе, Диксон? Убивают. И ты удивишься, но я этого не одобряю. Не думаю, что их правда там убивают, Диксон. С правами гомосексуалистов, как и вообще человека, на Кубе непросто, я знаю. Но убивать? Может, ты путаешь с Вайомингом? Уилуби, хороший мужик, слышь, смотри на меня. В глаза смотри. Я ведь тебя не грублю, верно? Уилуби, хороший мужик, Рэд. Я не хочу, чтобы последние месяцы жизни он думал об этом дерьме. В смысле последние? О, так ты не знал. Да, у него рак поджелудочный. Все, моя очередь. Вы как старые сплетницы. Грубо. Оставь Рэда Уилуби в покое. А что, если нет? Выбью зубы твоей мамаши. Новый шутник. Я просматривал наш договор, и до меня дошло, что ваша первая плата – это депозит. Так что на данный момент вы немного отстаете в оплате. На месяц. Это в контракте оговорено, к сожалению. Хорошо, когда нужно внести платеж? Прямо сейчас. Ну, или можно пятницу. Нельзя верить даже юристам и рекламщикам. Куда катится Америка? Кто тебя запугал, Рэд? Уилуби? Никто меня не пугал. Кончай мне тут заливать. Он умирает, Милдред. Мы все умираем. Рэд. Я тут немного занят. Да, Рэд, знаю. И еще знаю, как ты боялся этого разговора с миссис Хейс. Разве? Нет, я... Но дело в том, что все разрешилось. Ты не поверишь. Это принес мексиканский паренек курьер. Это еще что? Ты представляешь? Это $5000 для миссис Хейс, для ее билборда. Ты можешь поверить? Поэтому я и пришла. От кого они? Там не сказано. А где паренек курьер? Уже ушел. А ты заметила, из какой он компании? О, нет. Это был самый обычный толстый мексиканский парень. На велике. И что в записке? Эти деньги должны пойти на оплату билбордов Милдред Хейс, потому что не только она в этом городе ненавидит свиней. С уважением, друг. Что ж, похоже, в наши дни друзей не выбирают. Я что-то не так сделала? Нет, там, не волнуйся. Да, помогла. Ты просто молодец. Серьезно? Ну, класс. Странная штука, жизнь, да? Думаю, я должна получить свой чек. Ну, типа, что месяц аренды полностью оплачен. Конечно, Милдред, да. Сейчас.